Снова Элис. Я не смогу вечно кормить издателей завтраками. Перезвони мне. Поезжай на какой-нибудь ретрит. Тебе нужна перезагрузка. У тебя есть месяц. Один месяц. Хотите, я расскажу вам историю? Рад с вами познакомиться. Я буду вашим проводником. Жила-была одна писательница. И у нее в жизни не было ничего, кроме ее книг. Ее истории. Все хотели, чтобы она продолжала писать. Но она выдохлась. Здравствуйте, Клэр. Меня зовут Рита. Ближайший месяц я буду вашей ассистенткой. Я здесь для того, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным и помочь вам в завершении вашей работы. Добро пожаловать к вашему новому я. Витя! Что-то со сканером. Дверь не открывается. В программе произошел сбой. Вашей перезагрузке ничто не угрожает. Здравствуйте, Клэр. Меня зовут Рита. Ближайший месяц я буду вашей ассистенткой. Я здесь для того, чтобы помочь вам в завершении вашей работы. Добро пожаловать к вашему новому я. Здравствуйте, Клэр. Меня зовут Рита. Ближайший месяц я буду вашей ассистенткой. Добро пожаловать к вашему новому я. Здесь что-то происходит. Я будто в ловушке своего романа. Хватит! Здравствуйте, Клэр. Меня зовут Рита. Ты сломана. Ты все врешь. Клэр, помоги мне! Система безопасности дала сбой. Кто-нибудь помогите. К вашему новому я. Они преследуют меня. Клэр, останьтесь со мной. Этот большой жестокий мир снаружи. Сожрет тебя. Пожалуйста, отпусти меня. Хватит! Останьтесь со мной. Вы близки к концу? Я не придумала конец. Искусственный интеллект. Смертельный сбой.